642,5 килограмма – вес небольшого автомобиля. Именно столько в трех упражнениях – жиме лежа, приседе и становой тяге – собрала на чемпионате мира по пауэрлифтингу спортсменка из Владивостока Валерия Тимощук. Результат не просто отличный, а, как показала практика, чемпионский. 5 лет они вместе с тренером шли к этой цели, занимая 4-е, 3-е и 2-е места на чемпионатах России и Европы. И вот, наконец, свершилось. Целый год мы готовились именно на чемпионаты мира, прошли отборочные соревнования на чемпионате России, который проходил в Владивостоке. И год мы готовились для чемпионата мира. Мы ехали только за первым местом изначально. У нас даже не было то, что другого, что мы привезем домой 4-е или 3-е место. Мы изначально готовились на первое место. Сама Валерия теперь вернулась в родной город, где у нее есть семья и любимая работа. Она сама инструктор по пауэрлифтингу. Свободного времени со всеми заботами почти нет, говорит она. Но отказываться от спорта чемпионка ни в коем случае не намерена. Я вообще считаю, что если человек занимается каким-то спортом, даже не профессионально, а для себя, то есть общей физической подготовкой какой-то, там физкультурой, я вообще за любой спорт. В принципе. Конечно, у меня есть какие-то предпочтения, да, помимо пауэрлифтинга, то есть мне какие-то там определенные виды спорта нравятся. Но я считаю, что любой спорт – это лучше, чем когда человек не занимается вообще ничем, особенно если это дети, подростки. То есть я считаю, в таком возрасте вообще надо как бы уделять этому время. А вот, вообще за активный образ жизни, потому что у нас, ну, считаю, что молодежь должна расти здоровая, чтобы было здоровое поколение. То есть я вообще за спорт, в принципе, за любой. После победы Валерия дала себе всего неделю отдыха, а теперь снова начинаются тренировки. Если позволят финансы и здоровье, надо поехать на чемпионат России, который станет отборочным соревнованием для выступления на Европе и мире уже в 2016 году. С таким упорством спортсменки Приморье явно может надеяться на новые чемпионские медали.